Привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов. С вами снова Артём и Артур. Мы продолжаем проходить Diablo 3. Привет. Мы находимся в заброшенных руинах. Все так же убиваем непонятную живность. Я, кстати, уже где-то, наверное, третью серию испытываю дискомфорт по поводу того, что наши враги имеют слишком много ног и слишком много рук. Мне больше нравится бить гуманоидов. Вот. Намного эстетичнее выглядит их смерть. Да, когда летит обычный скелет, а не какой-то там змееподобный, я испытываю просто... Нормальная радость. Кровь. Но я думаю, чем глубже мы будем лезть, тем меньше будет так, обычных. Так, ну ты не обобщай, я глубже лезть не хочу, мне тут неплохо. Но тем не менее, что-то у нас... Так, я опять боюсь, в конце предыдущей серии я испугался страшных звуков вон оттуда. Но, похоже, пора. А, это вот эта колонна, похоже, сдавала. Да, по колонна и была это. Ну ладно. Мы уже на 20 уровне. Если раньше мы испытывали тут какие-то проблемы, то теперь проблемы испытывают все, кто лезут к нам знакомиться. Да, это верно, не поспоришь. Я что-то, честно говоря, думал, что вот это мое новое умение. Вихрь. Оно будет получше. Но оно что-то как-то так. Вот так вот как-то. Как-то так. Да. Чтобы и никак было. Иначе. Во! Хребторуб какой припёр, а? Ну, ладно. Ох, мне что-то нехорошо стало. Нормально. Нифига с него повываливалось. Да, я богат. Так, что мы получили в итоге? Отстой, отстой, отстой. Ничего. Хотя вот сапожки дали мне, но они не магические. Ладно, оденем штанишки новые. Так, ну что, новая порция. И мы пришли, похоже, к главе Золотона Кула. Да, судя по... Ох, сколько у вас тут карте. Охрана-то. Ух. Че, стучат? Огреб я. Да вроде здоровый, нормально пока. Да ты не балуй, все хорошо. Сколько там? Куда? Туда! Подожди, а вон голова. А, понятно, это голова чисто такая. Нифига себе. Это точно голова. Это маска, как в Crash Bandicoot. Бурбиган! Борода, смотри. Бородатая. Бородатая, да. Брутальная маска. Ну это наш человек. Ладно, я взял. О! По-моему, он твой. Так, подожди. Валим. Так, ну ладно. А, блин, у меня... Ох, слышал, меня отправил к тебе. Я хочу поставить лечилку. А, перезаряжается, не могу. Да, я тоже кое-что хотел бы поставить. Ну ладно, давай попробуем. По-моему, у меня ничего не получается. Отлично. Я ранен. Ох, я улетел. Следом. Так, ну сейчас мой тактический нюк будет готов, и все у нас получится. Все. Получай. О, как хорошо пошло сразу. Хорошо пошло. Вот против таких вот медленных, неповоротливых, это просто прелесть. Жаль, быстро кончается. Что-то вихрь меня не радует. Опять вертолеты свои делаешь. Ладно, чё. Приходы были, мама, не горюй. Он шатается уже. В нокаусе. Говно. Четвертая часть дневника охотника. Золотон Кул смеется над каждым моим шагом. Я пытаюсь не обращать внимания на его болтовню, но, похоже, она бесконечна. Он испытывает наслаждение, издеваясь надо мной. Но он ничего не добьется. Я не поддамся. Когда я запрячу проклятую голову, то, наконец-то, смогу насладиться тишиной. Такие дела. Самое главное, что... Вот эта вот страшная тварь, которая тут прессовалась, мы ее быстренько отправили на тот свет. Вот вторая часть. Так что все хорошо. О, вторая. Почему? А третья мы не нашли, мы только нашли первую, вторую. Мы отправляемся. Так быть не должно. Пески на поиски тайных архивов Золтуна Гума. Мы не знаем, что нас там ждет.
знаешь, насколько далеко он зашел в своем помешательстве. Какую силу он обрел в результате своих безумных изысканий. Надеюсь, еще не слишком поздно остановить его. Ибн Фахад. Ибн. Так. Короче, так. Вот этот камешек вот точно нельзя снести? Мне прямо руки чешутся. Да, уже я не один такой встречал. Так и хочется, чтобы он покатился вниз и побольше с собой забрал. Так, ну мы идем в какое-то подземелье. А, ну мы обратно отправляемся. Вот. Так, ну мы вообще должны отправиться на базу, в тайный лагерь. Так что я думаю, можно включать телепорт. Давай. Не знаю, но вот здесь стилистически все очень красиво. Но мне как-то вот гораздо больше сеттинг первого акта нравился. Залы такое... там вообще да, были. Да, такое темное фэнтези. А здесь как-то восточно все. Тоже по-своему прикольно. Лия, используй заклинание, которому я тебя научила. Тихо. Я снова жив. Ну нафиг ты сдался? Мы хотим, чтобы ты привел в действие черный камень души. Мы заключим в нем двух последних преисподней. Мне знаком этот голос. Он повелевал мной при жизни и преследовал меня после смерти. Тираэль. Да, это я. Но теперь Кэп. Я смертный. Воистину, у судьбы есть чувство юмора. Ну и чё? А, дальше разговор можно продолжить. Они старые друзья. Я передам тебе чёрный камень души. Но взамен я хочу вновь обрести своё тело. Ты был предателем при жизни. Как я могу быть уверен, что ты не нарушишь свое слово после того, как воскреснешь? У нас выбора нет, по-моему. Никак. Спроси себя, чем ты готов рискнуть ради спасения этого несчастного мира? Всем. Да будет так. Для начала найди мою кровь в двух потайных подземельях. Они находятся в бескрайних песках, за акведуками. Я иду с тобой. Надо взять с собой голову. Какая экспрессия. Может быть, она расскажет вам что-нибудь полезное. Я положу ее тебе в сумку. Не надо. Сама таскает в бошку. Короче говоря, возможно, кто-то не так пристально следит за сюжетом, как мы. Не так скрупулезно. И, возможно, не заметил. Просто для этого нужно быть очень таким вдумчивым игроком, как, собственно, как мы, каким являемся. Да. Вдумчивые. Здесь не просто проблемы с демонами, а здесь уже на кону тут судьба целого мира. И тут что только не творится, поэтому, собственно, и Тираэль сюда пришел. Вот, ну, это просто для тех людей, которые были ввиду своей невнимательности, очень не понимали, что тут происходит. Не знаю, как так можно вообще. Да, временами поражаешься людям в комментах, которые пишут, типа, там, глупости, короче, всякие. Типа, не заморачивайтесь там на сюжете, на прокачке, играйте в свое удовольствие. Как мы можем не заморачиваться на сюжете? То есть, ну это кошмар. А ведь кто-то не поймет этого. Того, что мы сейчас сказали. Ну ничего, кому надо, поймут. Так, а можно с этим кулом еще и поговорить с его головой? То есть она у нас в сумке, по идее. У меня нет ничего в сумке. Меня опять обделили. Дай потаскать. А, футбол забирай. Говна не жалко этого. Валяется, она там болтает только в сумке и все. Может, со скалы скинем? Можно поприкалываться. Так подбрасывай же, ловишь на обрывом. Ты что? Такая побежала вниз ловить. Вы что наделали, да, мы обречены. Так, ладно, нам нужно бескрайние пески. А, вон. В оазис нам, да, получается? Да. Где-то, видимо, а здесь. Ты не так прост, как кажешься. Кто, я или он? Интересно. Она. Знают ли твои друзья, кто ты на самом деле?
Это я или так, он? А, это я. Ты. Про меня. О, ты все узнаешь. То есть, может, это все-таки я Диабло? Так, ну это, ты давай, если какие-то там секреты, я не говори, знаю, сейчас, ты, да? Сразу скажи, потому что, блин, мне что-то как-то очково стало, Славик. Не знаю, о чем он говорит. Так, ладно, слишком много разговоров, мне нужно кого-нибудь убить. Подожди, ты что-то нашел уже, да? Трупак. Ну, тут это скорее стандартный элемент такого пейзажа. Надо удивляться. Поэтому... Это как я нашел траву, или я нашел дерево там. Про траву интереснее было. Да. Так. Ну. У меня ощущение вообще, что мы тут могли быть. А, ну да? Ну да, это. Не соединяется, я по карте смотрю. Где-то здесь. Должны быть. За акведуками, я уже сказал. Мы как раз в них бегаем. Нет, погоди, акведуки были у нас, по-моему, позади. А, это оазис. Ну, где-то, в общем-то, хрен знает, короче. Мне кажется, нам назад вот нужно идти к тому месту. Ну, пока что тут давай следовать. Ну, потом да. Разберемся. О, разрушаемый завал. Войдите в древний водосток, расположенный в Долгурском оазисе. Что-то типа того. Ну, так, куда эти попуги приземляться? Сейчас я побегу. Да. Нифига себе. Может, да. Там сюда? Нет. Послание Белиала. Приказы притворщикам. Часть вторая. Убейте нашего противника и схватите всех, кто будет находиться рядом. Среди этих людей должна быть ведьма. И еще одна девушка. Доставьте их ко мне вместе с черным камнем души. Враг ищет голову Салтуна Кула. Прочешите оазис и найдите ее. В этом черепе сокрыты древние магические силы. И они должны принадлежать мне. С мягким знаком. Ну, ты ж понимаешь, то есть все, что он ищет, на самом деле сейчас у нас. То есть если мы ему попадемся, то на блюдечке вообще все принесем. Ну, как бы тебе сказать... Если, конечно, он сможет блюдечко это съесть. Очень плохой голос. Раньше голос был намного лучше. А сейчас очень плохой голос. Да-да-да. Вот. Так, ну чё, я вообще не понимаю, куда идти. Урукам пришли. Блин, вот они раздражающие. Ох, как хорошо так отлетели. Так, ну все, уже карта кончается. Я даже не знаю, куда нам идти. О, даже сколько да. Подружек. Горите. Бррр. Я думаю, это куда-то вниз, а хотя ну, там же вроде все открыто. Может, мы не на ту локацию пришли? Кстати, возможно. Надо бы посмотреть. Отдохни, что ли? Мои раны затянулись. Че, у тебя там тоже злекуха? Да есть, тебя... ой, тут еще и этот. Неприятный типок. Мундоного! Африканец, что ли? Ну, судя по всему. А, ну, кстати, да. По внешнему виду, если смотреть, самый что ли на есть. Все дела. Хорош. Все, пора прощаться с Мундоного. Содержался он на этом свете. Да, небо коптит. Игральные кости жестокого убийства. Офигеть. Так, ну-ка. Щит 129 защиты, нифига себе. Спутник. Это как? Может быть, тебе их отдать? Я не знаю.
что там за кости такие. Ладно, сейчас разберемся, я тебе отдам эти кости жестокого убийства. То есть как, играешь в кости со спутником, не поделили что-то, вот тебе жестокое убийство. Действительно. Все логично так-то. Шматрицу помнишь? Смотрел вообще? Если смотрел, то очень-очень давно. Это когда там, получается, с Морфеусом вот эта тренировка была у Нео. Ага. Первая самая, когда они там дрались, там в шаолинском каком-то этом. И он говорит, есть, говорит, три вида тренировки или как-то так. Первая, говорит, обычная, как сейчас, драка. Вторая, зверская битва в монастыре Шаолинь. И третья, самая сложная, пьяная драка в коммунальной квартире. Блин, мы туда, наверное, идем все-таки. Да пофигу. 4 часа бегаем. Этот, держи. Чтобы не было драки в коммунальной квартире. Выполняет, восполняет 13 единиц. Я не знаю, куда их запхать-то. У меня там зеркальце. Пойдем к порталу. Будет у нас портал 2. Ну так вот, вот так сделаем. Надо, по-моему, просто как-то книгу квестов открыть и прочитать, куда нам идти. Это не наш метод. Войти в древний водосток, расположенный в Долгурском оазисе. Ну, как раз мы там и были. Ладно, тогда вернемся давай в этот портал. Бляха-муха. Я не в тот портал вернулся. Ну ладно, я сейчас к тебе подойду. Древний водосток. Вот как раз, может, возле него и находимся. Он тут вниз ли есть куда-то проход. Ну, мне кажется, похоже, что... на то. Возможно, я ошибаюсь, конечно, и на самом деле ты прав, но мне кажется, я не стал бы исключать такую возможность, что все же ты что в каком-то моменте где-то заблуждаешься. Отлично. Хоть выяснили. Достаточно вежливо. Хоть выяснили. Подожди, а вот тут... Нет. Да блин, где же этот водосток? Ну есть какие-то еще участки карты, конечно, не раскрытые. Но... Участочки. Да, вообще. Мизерные. Мизерные совсем. Так, ну тут у нас такая небольшая дырень. Да и, собственно, все. В остальном как. Да блин, хватит бить меня. Где-то сбоку, может быть. Сейчас я скажу, куда идти. А мы, в принципе, тут находимся. Ну, я-то знаю. У меня чуйка есть. Так, блин. Где-то я слышал эту историю. Так, ну вот. Нет, блин. Так, блин, я уже обрадовался. Ну все, больше нет, по-моему, закрытых участков карты. В принципе, вот это еще вниз может быть. А, может быть, да. Так, а вот это что такое светится тут? А, нет. А там костер просто. Видимо, тут. А, прикинь, сам. Нет, нифига не тут. Да, блин. Погреб старого рыболова. Гниющий погреб. Врата странствий. Заброшенные руины. У нас есть еще, конечно, одно местечко здесь. Оно находится наверху, там такое пятно между двумя пропастями. И там, кстати говоря, наверное, оно и есть. Пойдем. Все равно не остается. Диабло, ты же спинномозговая игра. В тебе думать нельзя. Если в Диабло приходится думать, то эта игра превращается уже в какое-то подобие, я не знаю, там, Dragon Age. Вот-вот. А тут нам приходится, я не знаю, я хочу какой-то... в Dead Space. То есть нажимаешь одну кнопочку, и тебе показывают, куда идти. Чуть ли там не выходит какой-нибудь чуть дядечка. Чуть ли не сами убивают, в общем, да. Да, и за ручку тебя ведет. Обхваты. Интересно, что такое? Тут мы были. Да, тут мы везде были.
Да, задача. Да, нормально. Вот сейчас топаем. Не-не-не. Портал какой-то. Это портал, мы на нем были. А, ну да, мы с него пришли. Нам нужно вот сюда. Сейчас увидишь куда. Я ж сусанин. Так, пока что проходим. Ты там новых друзей себе нашлось. Ну да, познакомились. О, наверное, вот сюда может куда-то. Мне кажется, повыше. Выше, да, похоже на то. Тут водопад, тупик. Офигенно, люблю водопады. Так, вот тут вот где-то. Ну, я уже вижу, что там нет ничего. Ну, я даже не знаю. Мертвое чмо. Попуск вообще. А, вот, нам показывают указатель. Нам вернуться надо туда, где мы только что убили там кого-то. Или нашли эту голову. Я спас человека. Я был вынужден спасти его. Блин, вот стоило. А, помнишь, двери закрытые? Я открою. Вот это они и есть. А, ну понятно. Сейчас я спасаю людей. Ладно, не буду мешать. Нужно еще время. Сколько вас понабежало? И ты их всех спасаешь? Так, я, пожалуй, пойду к тебе. Больно долго. Ох, тут ты посмотри. Да и звуки тук-тук-тук-тук. Спасаю. Че, пойдем, может? Ты думаешь? Или ты хочешь прям всех убить? Ты оставишь их безнаказанно. А, ну да, нужно восстановить справедливость. Всех убью, один останусь. Во-во. Мои раны затянулись. Отлично. У тебя там что-то совсем густо пошло. Нормально. Вот. Теперь к воротам можно. Как мы за них забыли, за эти ворота закрытые. Ну, блин, мы же как обычно упоротые, уставшие. Как-то так и забыли. Когда сейчас поговорка в интернете популярна. Да ты упоротый, что ли? Ну да. Так, древний водосток. Здесь кругом физии Посейдона. Нам очевидно только туда. Больше ничего нет. Император Хакан? Нет времени на любезности. Кажется, я обнаружил, под чьей личиной скрывается Белиал. Я уже близок к цели. Запомни, чтобы найти кровь Кула, тебе придется пройти через Эпидуки. Проход туда находится под водопадом. И чтобы открыть его, надо повернуть два рычага. Ладно. У меня вообще такое впечатление создается. Я человек подозрительный, что он и есть Белиал. Может быть. Вот это будет поворот. Тан-тан-тан. Так, ладно. Я тебя решил не ждать. Ну, зря. Тут очень-очень ценная информация, без которой мы не сможем вообще. Ладно. Я преувеличу, конечно. Просто поговорю с ним. Пацанчик. Тогда уж пусть выскажется. Император все-таки. Да. Хакан, это как так звучит. Как этот. Ладно. Я опять чуть не проматерился. Не внушает доверия его имя, короче говоря. Да. Да и сам он. Здесь смердит демонами. Надо быть начеку. Что ж ты такой, я не знаю. Смердит ему, смотри. Покуда он жив, колдей будет подвергаться нападениям. Дядя Декарт полагал, что присутствие демонов — это своего рода след, оставленный их повелителями. А Чистите. Ты в это веришь? Да. Чем больше я изучаю его записи, тем больше понимаю, ох, что даже я тут недооценивала его мудрость. Мне знаешь, что кажется? Будет очевидный поворот в духе «Мы убьем Белиала», но окажется, что он ходил там под Азмоданом. Вообще он был никем, оказывается, да? Всё лишь пешка, типа как вот эта Магда,
которую мы надругались над ее могилой недавно. Но с Магды хорошо вышло. Мне, конечно, хотелось взять ее за ноги, да расколотить ее в дурную башку об стену. Да. Чтобы все видели, что было с теми, кто... об угол. Как в этом, в американской истории X. Нашел бы я бордюр по ребрик. Я бы нашел ради такого дела. Она этого заслуживала. Так, ну и у нас очередной тупичок. Ну, как тупичок? Ну, да, тупичок. Блин, она запарила уже со своей таверной. Своей шавермой. Ну, может, хочется. Ну, сколько ж можно. Представил. Такой монах бородатый ходит, разносит чашки с элем. Бородатым дядьком. О, надколотый топаз. Можно вставить. Куда его вставить-то? А, вот сюда. Плюс 6 к интеллекту. Нафиг оно надо? Интеллект. В шахматы играть. То есть, ну, где? Ну да, бесполезно. Где шахматы? Где мы, где шахматы? Ну вот. Так, а нам надо повернуть рычаг западного регулятора, восточного, и открыть тем самым ворота в затопленные. Может, мы их уже как бы пропустили, эти рычаги? Да запросто. Ну. Ну, это мы. Ох, я ненавижу этих змей. Они мне надоели, я хочу... Чтобы были ноги, которым можно отрубать, отрывать там, я не знаю. Были новые змеи. Да. Чтобы можно было грабить караваны. Да. Набегать. Набегаем. Так, а мне показалось здесь. О. У тебя постоянно что-то не доходит. Меня ломать, крушить. Это кошмар. Ты всех разделал? Не знаю, они, по-моему, лезут из этих куч с трупами, поэтому их надо прежде сейчас. Всего. Нет, куч. Детишкам на молочишка мне дали награду. Слушай, я тоже хочу. О, Солман, невыразимый ужас. Не вырази словами, какой ужасный. Голодная мумия. У меня нет ничего покушать, так что. Ничего. Сейчас у нас все будет. Пять хищники. Счастливая ватная юбка вторжения. Юбка вторжения, как звучит, да? Извращенски даже как-то. Слегка. Да, я подумал, что это я испорченный, но потом подумал, нет, я не испорченный. И юбка вторжения, это примерно как трусы проникновения звучит. Пенетрейшн. Двойного. Тьфу, блин. Нет, ну это все. Это здоровая. Беда уже. Нет, все хорошо, все хорошо. А тут настоком дергает, да? Это грейс. Не знаю, где-то там. Ну, мы же читали как-то. Где-то там. Так, а вот мы пришли. Ну, как-то пришли. Не особо. А тут, наверное, с другой стороны обход. Наверное. Она говорит, я не была здесь столько лет. Ага. Это понятно. Чуть жила в Танаве, что ли? Ведь ты, говорит, здесь выросла. Ну да. И с Декартом тут познакомилась. Нафигеть вообще, подруга. А юбка проникновения не твоя случайно, надо меня спросить. Помню как-то детством. Да-да-да. В детстве иду по канализации. Мимо... разлагающихся трупов. Столько воспоминаний. Змей подобных уродов. Ой, у меня нарезает. Меня самого, я не знаю, куда свалить. Давай уже, давай. Давай. Куда? Куда? А где все? Вставать. Все вместе. Там песня была прикольная.
А, да, песня там вообще огонь просто. Фраера поставил я на коп. Да, убили раньше снимать. Так, тут дневник очередной. Про акведуки. Колдейские акведуки соорудили по приказу Совета торгового консорциума после того, как 300 лет назад был открыт Долгурский оазис. Несмотря на то, что к тому моменту Колдей уже долгие годы был процветающим городом, надежное водоснабжение позволило ему разрастись еще больше. В Колдее появились роскошные фонтаны, из которых мог утолить жажду любой желающий. Фонтаны. У меня какой-то акцент такой, как в этом Кураж Бомбей. Надежное водоснабжение. Это как этот, видел, медоед ролик? Не-а. Там. Медоеду на все насрать такой. Он что-то нападает на змею, но ему насрать. Да. Блин, это видно. Озвучки Бомбея этого, что ли? Ага. Там чисто от озвучки все. Да, умеет. Прикольно озвучить. Так, куда мы пришли? Западные ребята. Я вот в самый последний момент смотрю на вот эти задания. Нам какие-то рычаги повернуть нужно. Так точно. Ну ладно. К одному из них пришли. Но я думаю, что как только мы нажмем... Нажали. А, тут вот как даже. Это был первый рычаг. Мы заметили. Пойдем ко второму. Восточный канал сразу же. Отлично. Попадаем. Я думал, сейчас на другой конец карты придется пилить. Как только мы нажмем. Блин. Stop asking so many fucking questions. В фильме в каком-то было. А, этот. Undisputed. Третий вроде. Он на самом деле что-то на съемках там. Аткинс повредился. Да, вообще фильм, конечно, дешевенький, но, блин... Дешевенький, но именно драки там. Вот этот долговязый там есть, который как он, грек или там латинос какой-то? Или грузин? Ну. Кто он? Ну, короче, когда он тренировался, я смотрю, с такой скоростью кулака и махал. Там офигеть. Так ты видал, там его роста просто. Сам режиссер там им показывал там удары и все остальное. Он тоже там режиссер у них непростой дядька. Ногами махал там. Ну там это такая клюква. Вот этот каменоломник грузинский там. Работа цели! Черные холмы там и все остальное. Тем не менее, бои. Чисто из-за боев фильм-то и смотришь. Так вот, говно-говном. А вот как-то русская даже... Русская тюрьма, там такой потлатый уборщик такой. Да-да-да. Бойка, бойка. Бойка, причем бойка. Ну, тем не менее. И вторая, и третья часть там, да. Доставила. А вторую я не смотрел. Посмотри, хорош. Хоть поймешь, как он именно ногу поломал. Почему. И от чего. Ну, если кто не смотрел, простите меня за спойлер, но он в конце всех избил. Факт. Ох, нифига, это что за дрянь? Опа. Видал, на крылья расправила свои? Гнездо кровавых тварей. Так, давайте-ка побыстрее. Ох, ох. Пора поджарить эту тварь. Да-да-да, оттуда эти мелкие появляются. Я думал, это какой-то гнилой упырь. Или еще... Ну, гнилой упырь, так. Но еще и гнездо. Ты слышал, они когда погибают, такие звуки, как будто... Ладно, сейчас еще найдем. Про акведуки. Некоторое время назад акведуки пришли в упадок, и в них расплодились многочисленные паразиты. Императорские гвардейцы не стали вмешиваться в ситуацию, заявив, что акведуки находятся в удовлетворительном состоянии. Да, ЖЭК работает. Однако достойно. Мне довелось самому увидеть, что с ними стало. Многие обеспеченные жители, включая наше семейство, теперь предпочитают набирать воду из колодцев. Так если есть возможность, я бы тоже набирал бы. Угу. Колодец-то. Колодец-то это хорошо. Да, особенно в летнюю жару. Водичка такая вообще. Ну вот зачем? Ну зачем? Как там, не искушай меня, Фёдор! А ну как пойду творить дела добрые налево-направо.
кто потом будет зло забарывать. Нет. Ласкам подвергать. У гоблина смешные переводы были, но мне больше всего, когда вот еще мода на это было, мне нравились переводы «Держи морда». Именно, вернее, «Держи морда» «Терминатор 2» с их переводом. А, ну так это ж не гоблин. Ну это не гоблин, но вот у них. А я второй не смотрел, я третий только их не смотрел. Третий там уже какая-то чушь пошла, честно говоря. Возможно, у них только вот эта вот «Держи морда 2» смешная. Ну вообще это тупо, конечно, вот, фильмы переозвучивать. Но там как-то... У меня просто DVD-шка попалась. Угу. Так. Чего они говорят? Ничего, ну, короче говоря, DVD-шка попалась с «Терминатором». Я как раз-то DVD-плеер себе купил. Так, обрадовался. Купил себе пиратскую DVD-шку с «Терминатором». И там основной звуковой дорожкой шло как раз-таки... «Держи морда». Понятно. А я, например, наоборот, больше вот люблю вот этой студии полный П переводы. Ну, то есть, такие, какие они есть, гоблины именно. Ну, это да. Типа вот мы карты, как-то деньги этот... и все такое. «Чужой 4», когда он только вышел, мне он, кстати, совсем не нравится. Ну, «Чужой 4» это уже так. Да. Просто спецэффекты. И красиво. Короче, уселись всей семьей смотреть. И там такие фразочки, что там уши сворачиваются. Все такие, ну ладно, один раз показалось. Выскочило, да, мало ли. Потом как «Чужие» поперли, они начали там, а они там, ну там Рон Перлман играет, там без мата быть не может вообще. Там такой пошел, блин, короче, вообще. Да, маты там знатные. Как-то этот, я очень радуюсь, что я вот так вот с семьей не сел смотреть цельнометаллическую оболочку. Начало этого фильма, это все. Это можно фильм не смотреть, вот этот момент только посмотреть. Да что ж они не сдохнут, а? Что ж вы не сдохнете? Я, не покладая рук, стараюсь, уже несколько часов, а вы все не сдохнете. Это истерика такая, производственная травма. Да-да-да, регрессы сейчас оформлять начнем, все остальное. Ну и тем не менее, мы все еще ищем рычаг. Во, алчный карлик. Валим скотину. Ох, тихо, подожди, дорогой, не спеши, не пыли. Все будет окей. Короче, гони его на меня. Че не уйдет? Блин, у меня был сейчас стоял сейсмик удар на правой кнопке. Ну все. Перевесь. Что такое перевесь? Ох, сколько у меня хороших вещей. Редкий мощный пояс. О, он гораздо хуже моего. Блин. Минус 100 к здоровью, минус 6 к урону. Блин. Может тебе? Да нафига он мне. У меня такого же. Кстати говоря, у меня сколько уже оружия хорошего. Давай-ка я вот эти вот два топорика возьму в руки. Они, конечно, не магические, опять же, белые. Это один двуручный. А, это один двуручный. Не, это не зачем. Так, ладно, пока вот это. А мне кажется, что он может быть прав. Ты не такой, как все. Так вот, о чем это мы? Шо ж вы, скотины, все не сдохнете? Ну что, давай, может, перерыв тогда на этой пока что, ну да, затишной ноте. Да, уже в этот раз ты у нас следишь. В общем-то, давайте уже как бы продолжим в следующей серии искать этот вентиль. Я думаю, не так уж много-то идти, в принципе, осталось. Так что найдем быстро, ну и откроем ворота в этот затопленный проход. Ну а пока мы с вами прощаемся, оставляйте комментарии. Оценивайте видео, кому понравилось, кому не понравилось. А, ну и, конечно же... Не, кому не понравилось, можете... не оценивайте видео. Отлично, договорились. В общем-то, подписывайтесь, те, кто еще не подписался. На этом всем пока. Да, пока-пока-пока.